Это странное ощущение. Тело очень расслабленное, горит лицо, но мне... У меня все равно где-то там далеко пытается пробиться паника, но тут же успокаиваюсь. То есть оно такое... Я немножко стрессую по поводу употребления наркотиков, но с другой стороны, они меня успокаивают, и я в норме. Вот. Ну, мы посмотрели видео, что алкоголь эффекты травы усиливает. Ну, видимо, так, потому что когда мы попили пиво, сразу стало лучше чувствоваться. Ну, мне нормально. Идем вот куда перекусить. Баба Гамп Шримп. Знаете, откуда это? Они купили имя из фильма Форест Гамп и сделали чейн. Я ни разу не был в Баба Гам, хоть это и чейн. Вот у них показано, где рестораны. Но здесь видите оформление из Форест Гампа, фотографии, как снимался фильм, где снимался. Бар. Можем на баре сесть? Oh, you want to play? Мы да, поиграем в настольный теннис. Ну, он еще фотки. Все из этого. С Форест Гампа. Блин, это прикольно. Всякие соусы какие-нибудь есть. Чили. Принесли нашу еду. Вот у меня рыбий сэндвич. А вот шримп Артур. Ням-ням-ням. Я когда начинаю выходить, мне кажется, что я... Иди сюда, неси. Really, really afraid of heights. Come, it's okay. Там заебись на диване. Come, come, come. Давай, иди сюда, иди сюда. Come. Чел, я на диване там сел. Иди сюда, Сай. Взяли себе Гиннесса и взяли ирландский виски на соленых огурцах. Или что-то такое вообще. It's good. Должно быть острое. Yes, и очень острое. Ну, неплохо. Ну, давай. Твое. Yes. Burning a hole inside of my stomach. The closest one is 3.7 miles away. Короче, мы в Колорадо вечер, у меня накрыло. Вот и все, что я могу сказать. 15 миллиграмм. Денвер очень хороший город. Давайте все дружно похлопаем в его честь. Пиздец.
Ну, в общем, вот и все. Денвер я посмотрел, брательник остался. Что ему невыгодно ехать до Сан-Франциско 33 часа, чтобы потом брать самолет. Он взял самолет отсюда, полетит обратно в Нью-Йорк. А я вот сейчас еду в Рино. Там еще, наверное, день потусуюсь. Потом уже из Рино на автобусе поеду в Сан-Франциско. Ну, в целом, что вам сказать? Осторожнее с травой, потому что я, ну, вот вчера сколько я, 3 этих съел таблетки по 5 миллиграмм. И оно меня очень сильно вторило к вечеру. Так, накапливающийся эффект. По сути, это тот же поезд, на котором мы вчера приехали. Ну, как бы не тот же самый, конечно, но они ездят один раз в день. Калифорния Зефир называется. В 7 он прибывает, в 8 он отъезжает. Значит, тогда мы ехали, там были лежачие места. Конкретно сейчас я взял билет подешевле, тут только сидячее место. $120 этот билет стоит. Потому что я еду с воскресенья на понедельник. Здесь очень пусто. Когда мы ехали с пятницы на субботу, поезд был забит. Как сидячие места, так лежачие. И все эти бизнес-класс вагоны тоже с душами, тоже все были забиты. Вот. А сейчас, ну, видите, относительно пусто. Еще один такой момент. Я сел в самой лестнице. Здесь, смотрите, сколько места для ног. Плюс вот так вот откидывается кресло. Так что, в принципе, тут даже лучше, чем в лежачих местах, где эти такие маленькие кабинки без душа. Потому что, ну, здесь удобно. Главное, чтобы людей много не было. Если ехать в будни, то я думаю, что здесь будет нормально. Мы уже 6 часов пути, значит, с 8 до 2. Все еще едем по Колорадо, проезжаем горы. Я наснимал немножко видео с горами, вот, но так было немного жарко. Я сидел на солнце там в вагоне, где хороший обзор. И потом решил, может быть, я схожу, приму душ. То же самое, что я делал, когда мы снимали вагоны, где можно было лежать. Или, естественно, вагон с душем внутри, где были кабины. Я пошел в душ, и мне сказали, что душа нет. Если вы едете на простом сиденье, то как бы максимум вы можете там пойти подмыться в туалете, а так душа нет. Так что учтите это, то есть вас просто не пустят в те вагоны, где есть душ. Ну там получается зал с кухней и со столовой, он находится посередине между коуч, где сидят вагонами, и между вагонами, где лежат и где там свои частные кабины. Так что пока будем обходиться без душа. Ну, зато $120. Дня мы вышли где-то в Колорадо, полчаса перерыв, поэтому я пойду посмотрю магазинчик какой-нибудь, где можно купить, похавать, и вернусь обратно на поезд. Ну, остановка не очень длинная на самом деле. Город называется Дейвс, вроде как. Ладно, пойдем посмотрим, что у них тут есть. Ребята рисуют граффити прикольные. Походу байк-шоп, сдают велосипеды в рент. Починка, рент, продажа. Вон
вокзал и поезд. Я иду в сторону заправки, я думаю, там какие-нибудь магазинчики будут. Удивительно чисто. Есть такой микс, есть дома старые, там, 1900 года постройки или еще какой-то, даже раньше, с колонистами, с какими-то, которые приезжали в эти горы, которые уже разваливаются, и там невдалеке от них, там, на следующей улице уже новые дома строят. Определенный контраст, конечно, такой наблюдается. Паундшоп. Это паундшоп, это ломбард. Guns and Goodies. Типа пушки, оружие и гурис. Ну, гурис — это все хорошо. Собачья какашка, отлично. То, что надо. Видите, в Америке тоже говно на улицах. Не расстраивайтесь, еще не все потеряно. Духовности тут тоже хватает. 15 минут до посадки поезда я дошел до парка. Ни одного магазина с едой или какого-нибудь convenience store по дороге не встретил. Возможно, я зайду в сам магазин, который находится там, на станции. Блин, ну я думаю, будет, конечно, поближе какой-нибудь convenience store. Но, к сожалению, этого нет. Поэтому, чтобы не опоздать на поезд, почухаю обратно. Забавно, в общем, город находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. А популяция у него 6500 человек, и основан он в 1888 году. А лозунг города place to be, ну, место, где хочется быть, или место, где быть. Вот, ну, от вокзала, дойдя даже там до парка, видно, что есть определенное количество бомжей. Мне кажется, при такой маленькой популяции наличие бездомных людей в городе — это, ну, это не очень хороший знак. Вот. По сути, он вокзал в населенном пункте, да, с населением 6500 человек. И до convenience store или заправки я так и не дошел, вернулся на вокзал, есть туалет.